занимаемся огородом, ремонтом дома, никуда не съездил. Ну, короче, это самое, ребята, в этом году мне не повезло. Не успел сделать, наверное, отдохнуть как следует. Съездить на море хотелось бы, но не получилось, не успел. Работы много. Скупаться. Вообще не получилось скупаться, потому что столько работы. Лето было замечательное, было много времени для отдыха, несмотря на работу. Но хотелось бы еще съездить на море, что я и запланировала сделать в сентябре. Какие красивые места в городе Барнауле вы еще не успели посетить и какое, ну, куда бы хотели бы сходить именно в Барнауле? В Барнауле, ну, к сожалению, хоть я тут и работаю в центре города, я не была в обновленном старом базаре. Я не все бассейны в Барнауле обошла. Изумрудный, наверное, еще бы прогулялся разочек. Почему? Прекрасный, прекрасный парк. Прекрасно сделали, с чего там, если особенно сравнивать с тем, что было. На самом деле у меня было очень насыщенное лето. Я успела многое. Я защитила диплом, написала его, защитила, получила. Также я съездила в Горный Алтай отдохнуть. Что я выхожу замуж, я устроилась на работу. У меня было насыщенное лето.